организовал каналы поставки синтетических наркотиков из Москвы в ПФО. Сотрудники ФСБ России по Ульяновской области задержали мужчину с поличным при транспортировке особо крупной партии наркотиков. После проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружено и изъято около 5 килограммов синтетических наркотиков, 1 килограмм наркотиков растительного происхождения, а также предметы фасовки для осуществления мелкорозничного сбыта. Следственным отделом ФСБ России по Ульяновской области в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, по части 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса России. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.